Ну и давайте я вам, как обычно, почитаю новости из интернета. Новость первая. В Москве дочь сдала полицейским своего отца, курившего травку. Девочка пожаловалась, что по их квартире постоянно идет дурманящий дымок, окутывающий потолок. Вчера 14-летней школьнице из Зеленограда, живущей с папой, приехали пообщаться сотрудники ОДН в целях профилактики. Девочка поделилась с ними своей проблемой. Рассказала, что батя любит курить марихуану, а ей совсем не нравится этот запах. Сотрудники пошли беседовать уже с отцом. Мужчина занервничал и сначала не знал, как оправдаться, но в итоге признался, открыл тумбочку и отдал полицейским остатки травы. Наркотики изъяли и отправили на экспертизу. Теперь отцу, который много работает и содержит дочь, грозит срок по 228 статье. Дочка пока живет с ним, но рискует отправиться в детдом. Ну и вторая новость. В Красноярском крае мужчина выследил любовника жены и жестоко избил его. Теперь у одного статья, второму ебасос лечить. Местные жители услышали на улице крики и, взяв в руки телефон, начали снимать происходящее. Молодой человек то отходил, то приближался к жертве и ногами бил лежачему по голове. По предварительной информации, обманутый муж узнал об измене и решил отомстить сопернику. Бедолагу в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Нападавший задержан. Ну и один из первых комментариев. Сколько раз твердили миру, не мужика надо бить, а бабу, ибо этого побьешь, придет следующий.